Всем привет! Сегодня поговорим о самораспаковывающихся архивах, куда я запаковываю свои изофайлы. Делаю это я для того, чтобы людям, у которых очень медленный интернет, они могли их скачивать по частям, а потом объединять, распаковывать в один изофайл и его уже спокойно проверить на виртуальной коробочке и записать на флешку. Вот Михей Быков пишет, что все части скачал, жмак на первый файл, и появляется папка, название выше, все на этом. Ну, а давайте посмотрим. Вот папочка, куда вы должны были скачать эти 5 файликов. Значит, можно их выстроить даже вот в деталях. Вот посмотрите, должно быть 5 файликов, 4 одинаковые, там по 563 мегабайта, один на 320. Иногда сборки меняют, там может несколько меняться. Ну, в принципе, что мы сделаем? Вот первый файлик с расширением .exe. Вот я сейчас снова его сделаю большим, вот он. Вот, как говорит Михей, жмык по нему. Левой кнопкой мышки два раза жмык. И появляется сообщение. Куда, в какую папку, значит, распаковать этот архив. По умолчанию дается здесь та же папка, в которой у меня и находятся вот эти файлики. Только у них там будет свои расширения, а у него будет свое расширение под названием ISO. Значит, можете выбрать произвольную папочку, допустим, на десктопе. Можете даже сделать новую, назвать ее, например, там ААА. Вот. И окей. И тогда уже в эту папочку, вот она появилась, будет распакован файлик ISO. Нажимаем на экстракт, на извлечь. И процесс извлечения начался. Ну, подождем, в принципе, извлекается не столь долго. Он уже где-то четверть сделано. А здесь бегут сообщения, что вот первая часть уже извлечена, вторая, ну еще осталось 3 части. То есть буквально спокойненько там смотрим и наблюдаем. Если у вас что-то, какая-то из частей, значит, не извлеклась, значит, я вам рекомендую, просто возьмите и заново скачайте все эти файлики. Вот и все. И запустите их. Видите, я извлекаю все это дело в среде Windows. То есть это сделано для пользователей, у которых имеется винда, чтобы они на винде могли спокойненько все это дело сделать. Семерка, восьмерка роли не играет. Архиваторы тоже не нужны, потому что архивы самораспаковывающиеся. Вот он 5 частей извлек. У меня там была задана опция, чтобы он еще и проверил, по-моему. Вот, ну, вот практически открываем теперь папочку ААА. Вот здесь этот файлик. Видно, что у него размер там 2,5 гигабайта. Дальше. Что мы, значит, можем сделать? Ну, первое. Сделать быструю проверку при помощи вот этой программки. Она у меня на мега накладовочке есть, поэтому кому надо, тот себе ее скачает, поставит. И вот здесь есть опция, файлик, загрузить ISO, используя эмулятор. Вот мы папочку ААА указали, укажем файлик. Тут он у нас пару раз спросит, что ему надо. И вот появляется загрузочное, значит, сообщение, что загрузить живую систему.
Я на этом примере, значит, там долго не задерживаюсь. Почему? Потому что при помощи этой программки я просто проверяю на вскидку, битый файл или не битый. Менюшка появилась, значит, файл не битый. Значит, могу нажать вот так вот. И теперь пойти еще, значит, проверить на виртуальной коробочке. Как проверить на виртуальной коробочке? Загружаю виртуальную коробочку. На виртуальной коробочке вот ставим new. Как хотите, там назовите. Ну, SSS вот я назову, какая мне разница. Будем знать, что там у нас находится этот новый файлик. Ну, выбираю я здесь 64-битные версии. Нажимаю на Next. К памяти добавляю в пределах зеленой линии, но на максимальных значениях. Соглашаюсь. 8 гигабайт, да, вполне достаточно для того, чтобы проверить этот файлик. В принципе, даже там и 5 гигабайт хватит. Ну, да даже вот 4 хватит. И теперь пошли в тонкие настройки. В тонких настройках я указываю, что у меня 4-ядерный, значит, процессор. Я 2 ядра отдаю. Ускорение есть. Дисплей. Вот здесь видеопамять выставляю по максимуму. Делаю 3D ускорение. И вот в кладовочке, вот здесь вот, иду сюда, ищу здесь папочку нашу, и вот этот файлик отмечаю. Окей. Вот все основные настройки сделаны. Запускаем. То есть мало того, что мы сборку скачали, навскидку проверили, и теперь уже, так сказать, ее попроверяем более пристально. Ну, нажимаем Enter. Загрузить живую систему. Как видно, я, значит, делаю все даже без пауз, без всего, вот вживую все как есть. Вначале вот такие сообщения, значит, появляются. Затем появляется экранчик. Какое-то время нужно подождать, пока он там проявится. Что там на нем? Ну, экранчик я могу у себя в конце концов и развернуть. Вот практически и все. То есть сборка, значит, распакована правильно, сборка грузится. Единственное, что на виртуальной машине Kairadoc плохо виден. То есть вот просто внизу идет черная полоса. Но смею уверить вас, что при записи на флешку этой полосы, как говорится, и в помине нет, и все работает нормально. Значит, для меня больше практически ничего не нужно. Я, значит, закрываю все это дело, закрываю виртуальную машинку. Теперь беру пустую флешечку и в то же время, значит, запускаю программу Yumi. Так, где тут у меня? Ставим ее. Запустим программу Yumi. Тут мы согласны. Так, а пустую флешечку нам нужно будет отформатировать. Мультибут. Вот мультибут. Мне написано там, сколько там чего на ней. Я нажимаю правой кнопкой мышки. Нажимаю отформатировать. Нажимаю на старт. Сейчас флешку она отформатирует. Буковка L. Форматирование закончено.
Иду в Юмик, смотрим все. Вот мультибут. Это вот если там что-то на ней, то там можно убрать. Значит, и теперь выбираю дистрибутив. Выбираю Linux Mint, потому что у нас минтовский. Пусть все буковки покажет. Открыть. Ну вот он у нас сидит, голубчик. Кладовочку делать не буду, она просто больше занимает времени. Нажимаю создать. Ну вот здесь я действительно прервусь, потому что тут где-то минут там 5 требуется. Чего зря, как говорится. Вот сейчас 10:39. Я пока прервусь. Ну вот, практически установка закончилась. Сейчас 46 минут, значит, около 7 минут у нас было занято на запись изообраза на флешку. Здесь, значит, я уже сообщаю, что не желаю больше ничего записывать на нее. Вот, посмотрим на свойства флешки. Вот она у нас находится здесь. И откроем ее свойства. Ну вот, как видно, что флешка у меня на 3,7 гигабайта, значит, 2,41 было занято, а 1,28 свободно. Хотя сам образ сам по себе, он у нас занимает, как я уже говорил, 2,5 гигабайта. Но это со всеми, так сказать, прибамбахами. Здесь, ну, то же самое примерно и получилось. И еще остался 1 гигабайт. А теперь, значит, что сделаем? Навскидку, эту же флешку можно этой же программой проверить, уже не изообраз, а саму флешку. Вот она здесь высветилась, мультибут, вот это вот. И я нажимаю на кнопочку протестировать ее также через эмулятор. Соглашаюсь. И тоже навскидку, я тут никогда не дожидаюсь, чтобы полностью произошла установка. Вот в менюшке я выбираю дистрибутивы Linux, нажимаю на цинамончик. И вот если первые там 1-2 строчки показалось, то в принципе это уже говорит о том, что флешка грузится. А вот здесь уже появилось первое окей. Но дальше я уже не жду, а просто следующий видеоролик я уже сделаю с флешки. Благо дело, что на флешке у меня программа для записи с экрана установлена. Итак, значит, следующую часть ролика смотрим уже непосредственно с флешки. Итак, я загрузился с флешки. То, что я нахожусь на флешке, вот легко посмотреть. Читаем. Жесткий диск, 10 мегабайт использовано, 1,888 там свободно, и всего, значит, 1,89 гигабайта занято. Как говорится, никуда не попрешь. Ну, появилось сразу приглашение облачного хранилища Мега. Я пока им пользоваться не буду. Это можно сделать всегда попозже. Вот таким вот образом. Как видим, здесь, значит, панель KKRadoc работает нормально. Сборка, значит, работает тоже нормально. Поэтому я тут особенно сильно придираться не буду. Вот, кстати, у KKRadoc у него есть вот такая вот любопытная вещичка. Значит, называется она вот стак. Вот если я сейчас на ней нажму, вот он здесь появляется, этот стак. Так вот, ну, видно вот, что, значит, пожалуйста, заводите свои пароли и адрес электронной почты на Google Chrome и начинайте работать в интернете. Теперь, значит, стак. Довольно-таки любопытная штучка. Значит, сюда пока, видите, ничего нету, да? Но сюда можно поместить там любую ссылку,
Можно там из интернета, откуда угодно. Жалко я вот. Ну ладно. Ну вот если, допустим, я здесь вот. Итак, вот давайте такое словечко переведем. Цинамон. Переводится как корица. Можно его, значит, услышать, как произносят англичане. Cinnamon. Можно услышать, как его говорят. Корица. По-русски. Вот теперь знаем, что Linux Mint Cinnamon у нас, значит, корица, а Mint можем посмотреть, что это такое. Мятная корица получается. Mint. Мята. Вот два теперь словечка мы знаем. К примеру, значит, я взял вот, скопировал эту штучку, нажимаю правой кнопкой мышки и вставил сюда. Вот у нас уже одно появилось словечко, да? Теперь дальше. Вот пошел я по этим картинкам. И вот, ну, жутко они мне понравились. Я взял вот так, выделил. А можно скопировать. А можно, значит, ну, вот один вариант. Ставили. Ну, не знаю, какой тут сейчас еще. Давайте вот этот посмотрим. Или по каким-то причинам она понравилась. Я кликнул по ней левой кнопкой мышки. И вся строка сразу выделилась. Вот теперь я беру всю строку вот так вот. И тащу ее в стак. Вот теперь посмотрим интересные вещи. Ну, давайте так. Пойдем сначала, значит, вот сюда. Открыли одно. Пошли во второе. Пошли в третье. То есть в стаке можно хранить ссылки практически на все, с чем вы работаете, и которые вы не хотите сохранять у себя в постоянных закладках, но которым всегда можете вернуться в любое время. Допустим, вот она запомнила, что такое Mint. А вот теперь опять напишем Cinnamon. Корица, все понятно, да? Cinnamon. Корица. Вот я беру и перетаскиваю это дело тоже в стак. Вот таким вот образом. Закрываю. Пошел на стак. Значит, ну, я сейчас уже точно не скажу, где там мы поместили, но давайте глянем. Поэтому вот пользоваться функцией стака, значит, я многим рекомендую. Если тут будет получаться какая-то абракадабра, можете вот пойти переименовать. И вместо, допустим, вот всего этого дела, можете просто, допустим, написать там Cinnamon. И тогда у вас уже подсказочка будет вот такая, Cinnamon. А здесь можете взять, переименовать и написать, допустим, Mint. Будет у вас Mint. Надо, пошли на Mint, пожалуйста. Вот вам Mint. Вот чем хорош стак? То есть, вот, скажем так, для повседневной работы штучка очень полезная. Вот. Сюда также можете занести там, я не знаю, там что угодно, там адрес моего блога, там мои видеоролики, как файлик там Cherry 3 скачать, беспроблемно. Вот стак рекомендую поставить.
для повседневной работы штучка эта хорошая. Хранит он очень много памяти в себе. Ссылки могут быть на самые разные, на веб-ресурсы и там на отдельные файлы на вашем компьютере, что угодно. Вот. Но в любом случае, как распаковывать самораспаковывающийся архив, значит, я показал, как его проверить по-быстрому и как его проверить на VirtualBox, я показал, как записать на флешку, значит, показал. И вот запись с флешки, как идет, тоже показал. И даже показал, как вот использовать такую хорошую функцию у Кайродока, как стак. Значит, запомните, вызывается она так. Вот, кликаете правой кнопкой мышки. Значит, смотрите, значит, не видно. Еще раз вот появляется Кайродок. И вот в Кайродоке идете в настройки. И в настройках, значит, в дополнениях вот выбираете вот это вот стак. Просто галочку отмечаете. Вот так. И он у вас здесь появился. Вот сейчас уже он будет пустой. Нет, не пустой. Ну и слава богу. Вот таким вот образом. Ну, думаю, что на ваш вопрос, значит, я ответил, как жмакнуть по самораспаковывающемуся архиву. Ну, все. Всем удачи. До новых встреч.